Здорово, котейки! Вы на канале Мамкин Геймер, и мы снова проходим Ведьмака 3. Очередная серия. Это у нас миссия на Скеллиге. Записываю ночью, так что сегодня буду как-то тихо немножко себе вести. А то у меня все спят. Так что погнали! Похотливый? Выходит... Паран? Про ледяного великана правду говорил. Что теперь? Теперь мы нанесем визит в лабораторию Мышавура. Ты не говорила, что он нас пригласил? А он не приглашал. Он не приглашал. Я так понимаю, Мышавура там не будет? Верно. И какова цель нашего визита? Мы ищем одну вещицу. Маску Урабороса. Она нам понадобится. Пойдем, Геральт. А теперь ты расскажешь, зачем тебе маска Урабороса? Разумеется. В свое время. Я так понимаю, когда это время наступит, решать будешь ты. Угадал. Стражники, спрячемся за гобеленом. Воробей чирикает, скворец свистит. А галка что? Галка галдит, чиж пищит, журавль курлычет, а павлин вопит. Еще чуть-чуть и... Сука, можно спускаться по пизу. Просто не откроешь. Это еще не все сюрприз. Трудно их не заметить. Наверняка лаборатория где-то здесь. Кстати, я чувствую магическую ауру.
Видал я зрелище и поотвратнее. Геральт из Ривии. Романтическая версия. Какое интересное хобби. Особенно для друида. Надо думать, мышавул очень любит живую природу. В Каэр-Морхене у нас был один такой. Я тебя умоляю. Выглядит как живой. Ну, не есть живой. Скорее всего. Охотник в такого оленя стрелу бы пустил. Вода в миске. Это для телепроекции. Посетители разговаривают с отражением мышавура на поверхности. Ты что? Порезался. Тут заперто. Звери ожили. Берегись, Ян. Скотина. Я чувствую. Что? У тебя были галлюцинации. Ты начал рубить все вокруг. Мне пришлось тебя успокоить. Выглядело это, наверное, странно. Изнурительные тренировки в Каэр-Морхене окупились сполна. Ты одолел почти все чучела зверей. Ну не надо. Ладно. Мы прошли испытание чучелами. Дверь открыта. Идем внутрь. Я закрою проход, чтобы никто ничего не заподозрил. Да. Вот и мастерская нашего друида. Надо ее обыскать. Маска Урабороса должна быть здесь. Меч в камне. Может вытащить? Не видишь, что ли? Он зажат тисками. Чудесный мир инсектоидов. Ритуальные растения. Вот, пожалуйста, литературная биография Раймонда Марлёви. Такой мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики. Шишка. Кто бы мог подумать, это женский плод. Письмо с печатью мышавура друидам. Трубка. Он предупреждает их Похоже, о тебе. Мышавур заказывает себе настоящий табак.
Предание Скеллиги о дикой охоте. Островитяне верят, что призраки плакают. Краснолюдский. Тройной бульварное чтиво. Труп из Новиграда. Автор Саша Гади. Козлик из липового дерева. Здесь есть подпись. Дяди Мышавуру. Это сделала Цири в детстве. Когда он был ее учителем, она так его называла. Похоже, Мышавур кладет что-то в руку этой статуи. Яйца свои. А если вставить ему в лапу шишку? Ничего. Как насчет кружки меда? Статуя, не статуя, всем будет нужна выпивка. Похоже, сработало. Мышавур любит развлечься за чужой счет. Чувствую, маска будет в этом помещении. Здесь также подробная карта королевств Севера. Сферы влияния в разные периоды. Больше не актуально. Здесь также подробная карта королевств Севера. Сферы влияния в разные периоды. Больше не актуально. Геральт, иди сюда. Пришли. Кто там? Вот она. Надо вернуться на пир, пока... Закрыто, надо что-то придумать. Быстрее. А что с решеткой делать? Да. И? Сучий друид нас отравит. Этот газ убьет нас за несколько минут. Телепортируй нас. Подумай о чем-нибудь. Быстро. О чем угодно. Держись за меня. Черт, я порвала платье. Подожди минутку, надо его зашить. Ты что, шить умеешь? Я тебя умоляю, я зачарую иглу.
Я скучал по тебе. Я тоже. Пора возвращаться. Мне надо одеться. Краханкрайт спрашивала вас. Мы вышли подышать свежим воздухом. Через минуту выйдут претенденты на корону. Помните, величайшая доблесть — сражаться с бестией, проклятой людьми и богами. Высший подвиг — подвиг на службе богини. Теперь-то я знаю, зачем она сказала мне, что собирается... Дети. Чем они старше, тем больше с ними хлопот. Значит, нельзя откладывать наш разговор. Идем. А что было с Цири, когда она вошла в девичий возраст? За ней. Она одного возраста. Блин, хорошо. И я точно. Нам нужна твоя помощь. Похоже, Цири была на Скеллиге. И устроила взрыв на побережье. Тот, которым занимаются друиды. И взглянуть на который нам не дает Машавур. Точнее, мне не дают. Об этом не беспокойтесь. Друиды не доверяют чародеям. Но сердце Машавура на правильной стороне. Это не... Я... Спасибо. Не за что. Когда-то я принес клятву и намерен ее сдержать. Арнвальд, передай друиду, что я должен с ним поговорить. Там же, где всегда. У меня есть еще одно дело. На этот раз касательно моих детей. Помнишь Хьялмара? Так вот, он поклялся убить великана из Ундвика и еще не вернулся из похода. А Керрис тут заявила мне, что отправляется в собственный поход. Великаны вымерли столетия назад. Кто-нибудь видел гиганта из Ундвика собственными глазами? Десятки беженцев. Великан опустошил остров, а остатки клана Тордорох я приютил на Артскеллиге. Я слышала, что перед появлением великана на Ундвике стояли небывалые морозы. Это правда. Ну, так или иначе, Ялмар решил, что убить великана и отдать остров людям — поступок, достойный короля. Сын соб... Для начала... Ты хочешь, чтобы я помог Керрис снять проклятие? Нет никакого проклятия. Керрис решила пойти по стопам Хьял... Зачем? Дело в... А под... Если Хьялмару и Керрис нужна помощь, я помогу им. Благодарю. Если все всех поблагодарили, пора браться за работу. Надо... Я оденусь поудобнее. Отправ... Славный пол... Ёпта, она высоко. Ты че? А че за прикол?
Ну. Что это может быть? Не? Сколько мне еще ждать? А. А что они на меня накинулись? Я тебе прийти, вот. Что за прикол? Обалдеть. Надо срочно прокачиваться, потому что мы жопом. А, новые неприятности. Так, это телепорт. Парнишками с Фарер, которые пошли в руины сокровища искать. Глаза у него раскосые. Только кажется. Привет. Привет. Позволишь взглянуть на твои травы? Так, что мне там надо? Блин, того, что надо, нет. Позволишь взглянуть? Чего? Без мерти его здесь. Без мерти. Ладно. Увидимся. Удачи тебе. Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Бандитос. Ку-ку. И чё? А, это великаны, типа, да? Так. Mm.
все чуднее страшил сюда приносит. Соблюдай наши обычаи, приблуда. Подойди ближе, незнакомец. Приветствую. Покажи мне свои товары. Что это такое другое? Триста, сто. Бывай. Эй, взгляни-ка сюда. Так. Это что, 10 уровень? А, дополнительные очки. А это что такое боевое? Боевой транс удар. Так. А что там? Подойди ближе, незнакомец. Скажите, ребят. Быть может, это тро. Посмотрим. Будь здоров. Ну да. Сейчас все, больше ничего. Войска послали, должно быть против черного. Между. Море ударит. А мой отец бьет черного. Вчера мы наделали. Это что?
Не заброшено, типа, ну? Угу. Еще какая-то постройка. Шевелись, плотва. Там вроде что-то есть, где. Угу. Скелет обглодан дочисто, но при нем что-то есть. Все, я понял. Ну, все. Не тот ключ. А что это за ключ? Так. Куча книг просто. Промокший листок. Так, поняв. Сейчас все просто почитаем, вот там. Так бы в реале читать. Кинули череп, уничтожили достижение. А этот был звук. Я больше не вижу, не стыкал. Ничего, блин. Всякая херня. Понаписали всякой херни не нужно. Так, это что такое? Для задания. Ничего там еще, сука, может. Так, шпана.
С посвящением барону и его жене. Кажется, у них в Вызиме были высокопоставленные знакомые. Но! Да. Давай, ошибка. Шевелись, плотва. Во. Теперь помедленнее. Ведьмачья древность. Есть причина. Идти в бой плечом к плечу с ведьмаком. Я отлично об этом знаю. Но маска Уракороса — это не игрушка. Ведьмак? Ты представляешь, почему приведет ее использование? Ну, правда, легенды не лгут. Так что прекрати панику. Вас слышно на другом конце острова. Друид. И очень хорошо. Пусть весь Скеллиге узнает, что Йеннифер из Венгерберга — простая воровка. Возьми... Какое? Не говорят. Не преувеличивай. Это только... Нет, Геральт. Это не только. Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда ревнивое море поглотило его возлюбленную. Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы, и выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз, и ждал, когда тоска его станет невыносимой. Узнав о маске, море рассвирепело. Откуда у тебя эта маска? Моряки из клана Димун. И почему ты так уверен, что она настоящая? Именно так ее описывают миф. Ты так и веришь мифам? Только... Ире... Кража это или нет, но крах дал нам свободу действий. Во-первых, может, это и его остров. Но именно друиды следят за тем, чтобы здесь... не укрепилась чужая магия. Во-вторых, в-третьих... Что? Что это? Нет. Йеннифер использовала маску. Это не из прошлого тебя? Еще это за прикол. Хотя вы уже убали. Где он? Смотри, какие мне. О, блин. Что это было?
Единороги. Йен, чтоб тебя... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да, а я наложу заклятие, которое позволит... Ну, пойдем. Сюда. Первое место я уже нашла. Вот. Почему не знаю на шмотке? Так. Мы пришли. Надень маску. Что мне делать? Снимай маску, пока мы не увидим всего. И не отходи. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина, это Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем. Попробуем найти следующее место. Ну? Это было? Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожил нас. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Не нравится мне это. Мне тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он... Я понимаю, о чем ты. Но не беспокойся. Цири может о себе позаботиться. Что это может быть? Готов?
Используй маску. Зацикнулись, видишь? Кажется, он ранен. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет в Велен. Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Надень маску. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири и тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю. Оба были в предыдущих видениях. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Распогодилось. Наверное, Машавур поработал. И теперь он... Ну что, вы довольны? Вы посмотрите, что вы натворили! Посмотрим, что на это скажет Крах. Не думаю, что он будет зол. Он согласился помогать нам. Когда он узнает, что тут произошло... Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? О, да. Я разговариваю с Герритом. С тобой... Ну так что? Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. Он летел куда-то туда. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы... Сейчас. Геральт, подожди. На оружии нет ни крови, ни зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные латы. Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику Дикой Охоты. Что? Значит, это Дикая Охота, как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндарсфляле. Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? В жилах Цири течет старшая кровь. Ее род действительно идет от самой Лары Доран. И у женщин этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Исключение. Она путешествует в пространстве. Здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому Дикая Охота так хочет ее настичь. Значит, Дикая Охота появлялась на Хиндарсфьяле. Это было недели через две после того, как здесь, на Арпскеллиге, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотон в темноте во время снежной бури. А снежной бури для этого времени... Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин и один старец. Я буду ждать тебя на берегу... Увидимся на месте. Удачи. Дайте знать, если вдруг что-то найдете. О.
О, хорош, 500 очков. Давай, плотва. Так, это что? Держи. Это куда? Пошла. Как жирно тут пожил, по-моему. Ну давай! Я посмотри, как ты сдохнешь! Спасибо тебе, Белоголовый. Ты не отсюда надерешься, как островитянин. Что тебя привело на Скеллиге? Долго рассказывать, у меня здесь кое-какие дела. Как у всех. Я, например, ищу сестру. А что с ней случилось? Ее похитили пираты. Но скоро они попадут ко мне в руки. А потом пожалеют, что на свет родились. А есть какой-нибудь след? Те двое, прежде чем на меня напали, говорили, что их капитан собирается в сторону Хиндерсфьяля. Курису была на его дракаре. Надеюсь, ты найдешь сестру. Если ты наткнешься на этих пиратов или случайно встретишь Курису, скажи, чтобы возвращалась домой, в Блендере. Даю тебе слово. Прощай. Как лодки пользуются? Мы сейчас ее прыгнем, пробил. Что за? Походим по островам, посмотрим, что там. Кстати, а что? Что там на острове корабль? Угу. Вот китайцы драйв. Еще интересно тут.
Ну, куда ехать? Да отвалить от меня, мадам. Скринкиста. Что-то мы расхерачиваем нас. Все добро. А как гнусный же ты. Отвалить, а вы не брали. Вот как подписывай. А да, по мосту еще. А что это было? Так. Отстой какой-то. Так себе меч, блин. А там чё? Ладно, хорошо. Погнали. Ой, дух, капец, блин. Морской дрейфт. Пойди четвёртый. Ты вызывали. Я оторвала вон это все. Спотина. Слов там не зафигачит. Ну, здесь прыгать за мной. Шабуба. Интересно, выжил ли кто-нибудь с этого дракара? Покоцаны. Ну,
будет. Да сейчас будет. Капец, не кушает. А, это газ, блядь. Газ, ебаный. Капец. Опасный остров. Ну что, тут тихо. Да? Бля, сидит. Здравствуй. Наконец. У меня были кое-какие дела. Дела у вас? Что-то страшно срочное, надо полагать. Можно и так сказать. Ха. Я была на Хиндарсфьяле довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотен где-то там. Разоренные их... Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. Разговоры о дикой охоте всегда не вовремя. Они едва бриться-то начали. Здравствуй. Мы можем поговорить? Я сражался, как все. Что? Я говорю, что я, старый Сорен, сражался, как все. Я выжил только потому, что рана была неглубокая. Мы ищем молодую девушку. Серые волосы, зеленые глаза. Она была здесь? Молодые вернулись с большой земли. Нет. А ты не знаешь. Бывай. Да хранит вас Фрея. Ничего. Курганы наших близких взросли травой, но память о них жива. Мы предаем их. Какой-то ритуал. Придется подождать. Вот уж нет. Сестры, видишь же, здесь поминают умерших. А мы еще... Говорят, эту деревню уничтожила дикая охота. И это правда. Вы видели всадников? Да. Лейв заорал, чтобы уводили детей. Вы хотели... Что случилось потом? Продолжай. Я выбежала, чтобы позвать на помощь. Затащить Лейфа. Но столько тел. Йоли, Ингвар, маленький Нейки.
Куда уехали всадники? К морю. Хватит излагайте свой... Мы ищем девушку. Нет ее здесь. Разве что в маг... Это... Это Цири. У нее был шрам? Вот здесь, на щеке. Да, да. Что с ней стало? Не знаю. Я ведь... Будь он трижды про... Запомнила еще что-нибудь? Она вы... Теперь мы знаем. Мне очень... Трус. Прости, трус. Трус сказал бы вам больше. Этот... Было. Он как бы исчез. Что он так... Сбежал от дикой охоты. Нам придет... Вы опоздали. Моркварк? Что это? Скорее, кто? Самый гнусный человек из всех, что знал Скеллиге. Для него не было ничего святого. Он нападал на земли собственного клана. Брал золото от Нильфгарда. Убивал беременных. Детей. Я таких знаю. Говорили, что боится он одного. Гнева богов. И Моркварк решил доказать, как сильно все ошибаются. И приплыл на Хиндарсвьяль, чтобы ограбить рощу богини. Это было больше 10 лет назад. Верховная жрица Ульве стала у него на пути. Он вонзил ей нож между ребрами и бросил в грязь. Перед смертью жрица наложила на него проклятие, и Моркварк превратился в чудовище. Проклятие? Великан. Чудовище? Кажется, для тебя здесь найдется работа. Нет. Я могу избавиться от Моркварга. Не знаю, во что он превратился, но думаю, серебряный меч в этом поможет. Все не так просто. Уже нашлись такие, что сумели победить Моркварга, но он всегда возвращается. То есть наложено проклятие. В таком случае мне нужно больше сведений. Понимаю. Но я рассказала все, что знаю. Поговори с Тордором. Он поселился в Ларве. Трус, который рвется в бой. Только я вижу здесь противоречия. В этом все и дело. Убив Моркварга, трус доказал бы, что старейшины ошиблись. Интересная процедура. Я не смей... И где эта священная роща? Недалеко. А теперь? Теперь может... А те, кто спуст... Спасибо за помощь. Вы собираетесь в рощу? Не люблю, когда тут... Обычай велит, чтобы... О, за нас... Попал, пропал человек, попал. Убийца чудовищ. Бабка моя еще о вас рассказывала. Боюсь, след уже остыл. Даже если трус умер, мы что-нибудь придумаем. Эй, Геральт, вернись! Зайти.
Ну, телепорт. Один кусок, крошку, есть, есть. Холера, только не это. Похоже, он нам не рад. Это он еще меня не разглядел. А как закрыто, нужен ключ? Где ключ носит? Начнем. Пойдем к дереву, о котором говорили жрицы. Собрался пустить себе кровь для богини? Это не обязательно. Но трус наверняка так поступил. И он мог оставить какие-нибудь следы. Трус здесь был. Смотри, видишь отпечаток? Нет. Поэтому вниз тебе лучше. Не обижайся, но... Как Гирин? Хорошо. Я думал, ты будешь возражать. Я? Что ты? Я удивительно кроткая особа. Йен, посмотри. Ну, конечно. Кровь труса. Очень много крови. След сразу видно, по нему и пойду. Неглубокие следы. Он шел осторожно. Я не спокойно. Видно, Морквергу наскучило красться, и он напал. Трус был ранен. Побежал. Ну, сколько мне еще ждать? Труса. Кровь труса. Кровь труса. Кровь труса. Двери не шелохнулись. Должно быть, трус их заблокировал или просто запер на ключ.
Надо осмотреться, может, что найду. Нужен ключ. А где ключ был? Никаких укусов. Моркварк не пожирает жертв. Странно. Это трус? Нет, он давно здесь лежит. Что? Не слышу. Хочешь поговорить? Подойди ближе. Ее чувство и правда слабее. Еще одно тело. Снова нетронутое. Следов. Старых и свежих. Здесь не перейдешь. Логово должно быть рядом. Придется открыть шлюз и пройти через низ. Обычный механизм. Одним рычагом выбираешь ворота шлюза, другим опускаешь или поднимаешь их. Шлюз открыт, но ничего не происходит. Ключ, Рамон, сука, где ключ? Все, все мое. В общем доме. А ключ? Где ключ? Молчишь? Рамон, ворюга, бандит, сукин сын, никчемный ублюдок. Я найду ключ без тебя, баран, дурная башка. Ну, сколько мне еще ждать? Вкусный.
Лишусы. Иди, иди сюда. Значит, решил поговорить. Только теперь могу. Такое проклятие заставляет кусать, царапать, рвать, пока не свалюсь. У тебя есть время. Пока из меня вытечет кровь, я вернусь. Слушай, слушай внимательно. Сними проклятие, освободи, освободи, наконец, я дам награду. Ты что-то говорил о награде. Награбил в налетах, все пропил, кроме одного. Настоящее сокровище спрятал и отдам, только расколдуй. Устал я от разговоров. Что ты сделаешь? Что и полагается ведьмаку. Чё за прикол? Тянет. Похоже, там пещера. Снизу тянет. Похоже, там пещера. А как пройти туда? Идеальный друг. Не перебивает, не умничает. Приморфин. Ну так я прочитал еще. Что ты падаешь, что ли? Так, куда это все сняли видео? Ну, здесь что-то надо открыть.
Морквард проломил эту дверь. Должно быть, что-то за ней унюхал. Символ Фрейи. Оп. Похоже, нетронутые. Морквард не пожирает свои жертвы. Странно. Морку, лапу себе отрез. Опять выросла. Всегда вырастает. Я начинаю тебе завидовать. Хочешь историю? Если без этого не обойтись, рассказывай. Пришли воины. Они знали, что не смогут убить меня. И они устроили западню, заковали меня, заперли здесь. Знаешь, что я сделал? Я грыз себе ногу, чтобы освободиться. Каждый укус больно. Я выл, меня рвало кровью. Ха. Понятно, что грызть собственную лапу больно. Ты не понимаешь. Это хуже, когда грыз, пасть горела, как будто угли жрал. Думал, сдохну, но отгрыз. А потом... Я порвал их на части, на мелкие кусочки этих героев. И какая мораль в твоей истории? Или ты просто бахвалишься? Мораль такова. Ты не сможешь убить меня, не сможешь остановить. Я порву любые оковы. Расколдуй меня, или я вернусь, как сейчас. Ну, сколько мне еще ждать? Ну вот, все сначала. Ты можешь покончить с этим. Расколдуй меня. Значит, не весело быть оборотнем. Это не самое дурное, и не то, что я не могу выйти из рощи, только голод. Все, что я жраю, превращается в пепел. Я не ем, не пью, но я, сука, еще живу. С голоду я себя грызу. На любой кусок жарит, как горящая смола. Вечный голод. Классическое проклятие. Это объясняет, почему трупы остались нетронутыми. Думай, сделай что-нибудь. Посмотрим, что можно сделать. Посмотри и сделай. Всем будет лучше.
Все пускай бухает. Так, ну что, все? Попробуем самый простой метод. Моркварк, по своей воле я даю тебе эту пищу. А я не превращусь в пепел. Не попробуешь, не узнаешь. Ну давай, за папу. Опять сухо, как всегда. Я ищу человека, которого называют трусом. Он приходил сюда, чтобы тебя убить. Видно, не вы. Понятия не имею. Прощай. До встречи, скорый. Что тут, блин, найти на дверь? Кровь труса. А там, да, с той стороны. Ключ, где ключ, блять, хуй, блять. Что там еще будет? А? Конь, стоим сейчас надо мной. Эй, слышишь меня? Геральт, ты меня напугал. Прости, я не хотел. Надеюсь, когда найдешь труса, сразу скажу. Кровь труса. Сдох. Сраса. Он мертв. И довольно давно. Йен, я нашел его! И что? Даже гнильцы бывают в лучшем состоянии. Чтоб тебя... Хорошо, собирай, что сможешь, и поднимайся наверх. Надо полагать, у тебя есть план? Нет, обожаю смотреть на гниющее мясо. Поговорим наверху, ладно? Йен, очаровательно. Ну, пойдем, кое-кто хочет с тобой познакомиться. Процесс гниения зашел далеко. Но голосовые связки целы. Может, мы что-нибудь из него и вытянем? Он не слишком разговорчив. Разговорить можно каждого, даже мертвого. Я думал, не... Как и секс. Черная мать. Мне это тоже не нрав... Я по ним. Геральт, прошу. Тебе нужны какие-нибудь ингреди... Угу. Если... Мне на... Которые люди считают священ... Геральт. Про...
Прости, что мешаю своими сомнениями. Прошу тебя. Нет, Яндел. Так. Челайн, Челайн, Дифраен. Челайн, Челайн, Давидар. Ты трус из Лафотена? Мы ищем Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Что с ней стало? Из-за нее меня прокляли! Меня это не интересует. Что с ней стало? Что она тут делала? Говори! Нет! Говори! Цири, ласточка, ты слышишь? Слышу. Сейчас я должен... Угу. Повтори. Скала. О, проснулась. Я уж думал, что... Где я? И кто ты такой? Спокойно. Ты в Лафотане, на Хиндерсфьяле. А меня зовут Скиаль. Но как я... Мы выловили тебя из моря. Помоги. Может, не... Не выдумав. А, вот это... Астрид, вот глупая. Очень жаль, но придется прервать ваше свидание. Куда? Чего рот раскрыла? Хочешь... Боюсь, мне надо идти к скале утопленников. И как можно скорее. Мы тебя силой не дим. Вот и... Хорошо. Да что там? А моя... Я все... А этот в маске. Он должно быть издалека? О, да. Очень. А откуда? Какая ты любопытная. Ну, что ты удивляешься? Я всю жизнь сижу на выселках. Хотела бы я путешествовать, как ты. Чё там, блядь? Так. Ничего себе, уже 2 часа почти рубашу. Так, ну ладно, на самом деле пора заканчивать. Так что подписывайтесь на нас, ставим лайки, обязательно комментируем видео. До скорых встреч, дорогие друзья.